Уважаемые болельщики, как пройдет торжественное открытие соревнований. Участникам соревнований приветствую детско-юношеский ансамбль танца «Ассадюр» городского центра культуры, художественный руководитель заслуженный артист Республики Дагестан, заслуженный артист Турецкой Республики Залихан Камзатов. Thank you.
молодцы! Ваш привет в Бабкинской юности ансамбль танца «Хасавью» городского отдела культуры. Художественный руководитель заслуженной артисты республики Татистана и Турецкой республики Залимхан Камзатов. Внимание! Командующего парада вывести парад участников соревнований. От имени главы администрации города
Спасибо. Открытое веренство города Достает Аврамия Камбель объявляется открытым. Уважаемые друзья, звучит гимн Российской Федерации. Прошу всех встать. Сейчас студенты колледжа «Услуг»
и училища Олимпийского резерва прочитают стихи нашего великого поэта, чье столетие отмечаем мы в этом году, Расула Хамзатова. Сегодня во дворце спорта имени Гамида Гамидова проходит турнир по вольной борьбе к столетию Расула Хамзатова. Ну, во-первых, мы уже поприветствовали всех участников, всех гостей нашего турнира, который проводится в этом году к столетию со дня рождения нашего великого поэта Расула Хамзатова. Хотелось бы сказать, что Расул Хамзатович очень любил спорт, любил спортсменов, с огромным уважением и любовью к ним относился. Я знаю это не понаслышке, будучи маленьким ребенком, Расул Хамзатович часто приезжал к нам в Хасавюрт, приезжал на международные турниры памяти моего двоюродного брата Шамиля Умаханова, постоянно посещал, поддерживал всех спортсменов, хорошо о них отзывался, поэтому вот сегодня хасавюртовцы вновь решили вспомнить те времена и провести турнир первенства города в честь столетия со дня рождения нашего великого поэта, нашего писателя, который возвысил, можно сказать, Дагестан, который поднял, который сделал Дагестан известным на весь мир. Первый из тех, кто сделал, из, так скажем, современного поколения людей, который возвысил Дагестан на весь мир, это Расул Хамзатович. И вот сегодня в честь его столетия проводится у нас в городе Хасавюрт турнир. И планируется еще очень много мероприятий к столетию со дня рождения Расула Хамзатова. Сегодня также мы были в библиотеке имени Расула Хамзатова, рассматривали местоположение будущего памятника нашему великому поэту. И вот оттуда сразу приехали на турнир в честь столетия Расула Хамзатовича. А вот город какие меры принимает, какое это самое памяти Расула Хамзатова? Есть какие-то еще мероприятия будут? Да, у нас будут мероприятия проходить на постоянной основе. Расул Хамзатович был большим другом города Хасавюрт, был большим другом моего отца. Вот, как я уже и сказал ранее, у нас в городе находится единственная и первая библиотека, которая названа в честь Расула Хамзатова, которую он сам же лично еще при жизни открывал. И у нас сейчас идет реконструкция данной библиотеки. Скоро библиотека будет открыта, там проводятся ремонтные работы. Будем обязательно всех приглашать. Там же во дворе возле библиотеки будет памятник Расулу Хамзатову. И помимо всего этого у нас будут на постоянной основе проходить культурные, спортивные, культурно-массовые мероприятия. Поэтому будем в обязательном порядке всех приглашать, будем принимать участие в других муниципалитетах. А город Хасавюрт всегда проводит самое большое количество мероприятий. И в этом году это не станет исключением, а наоборот еще покажет примером для всех остальных муниципалитетов, потому что планируется очень много мероприятий в честь столетия Расула Хамзатова. Удачи вам! Спасибо большое, Баркова. Хамзат, сегодня идет открытый чемпионат училища Олимпийского резерва памяти великого нашего Расула Хамзатова. И как
Организатор, пару слов. Да, как вы подметили, у нас идет открытое первенство совместно с городской администрацией и администрацией Олимпийского училища. В двух возрастах мы проводим. Сегодня 2004-2005 года, как мы говорим, молодежь. Они оспаривают чести в высоких категориях. Кто станет лучшим, сейчас приближается уже утешительные схватки идут. Будут уже финалы скоро. Определяться шести весовых категорий победители и призеры. Ну, участие приняли все школы спортивные города, около 100 спортсменов. Также с Махачкалы есть представители Белгорода. Видимо, здесь на сборах они тоже приняли участие с Кизляра, с Кизилюрта. И Садулаевская школа Махачкала. В основном наши ребята. Так что ребята очень хорошие, борьбу показывают хорошую. Посмотрим в финале, какая школа будет доминировать, какие борцы займут призовые места больше. Но надеемся, что, конечно, училище Олимпийского резерва будет на высоте по тем показателям, которые до сих пор они идут. Пока они хорошо идут к финалу. И хочу большое спасибо сказать всем судьям, которые пришли обслуживать соревнования, всем журналистам, корреспондентам, лично вам, которые освещают наши соревнования. И, конечно, не могу не сказать великому Расулу Гамзатову, который прославил нашу республику, страну, на весь мир своими стихами, которые чего стоят одни белые журавли, которые он написал в память о тех бойцах, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. И два человека, которые расставили наш Дагестан в то время. Это Расул Гамзатов и легендарный наш пятикратный чемпион мира Али Алиев. Борьбу Дагестана узнали через него, проездили через Расула Гамзатова. Сегодня мы проводим часть столетия Расула Гамзатова. Это турнир. Я думаю, что турнир удался. Ребята показали зрелищную, хорошую борьбу. Даже в метре у нашего Хусейну Магомеду понравились очень много схваток. И вы сами тоже видели, какие накалы страстей идут сейчас ближе к финалу. Удачи! Спасибо. Удачи! Вам тоже. Так, дорогие друзья, идет первенство. Вот. Открытие первенства, посвященное столетию Расула Гамзатова. Вот весовая категория, 57 кг. Али Булатов Муса и Кадиев Наби Триумф. Али Булатов Муса — это училище Олимпийского резерва. В данный момент в финале у этого училища 8 человек. Рукой загружай, ногу не давай. Так. Ногу оцени. Не надо, не надо. Не ложись на бит. На сай сторону. Уйди. Накаты давай, руки, руки на бит. Поймай его. Так. Дальше, дальше. 4-1. Впереди Али Булатов. Смотри, Нади, ноги фрайдер. Так, ноги фрайдер. Уже второй раз готовит тоже. Здорово! Акади, давай, Нади. 6-1. Вот.
Так, не пойму. 8-2, а не момент счет. Нет, ничего нет. Организатор, дорогие друзья, этого турнира, администрация города Хасавюрта и еще наш заслуженный тренер России Абасов Хамзат, один из лучших судей, который судил раньше, он и был олимпийский судья тоже. Второй период встречи. Весовая категория 57 килограмм. 202 ведет Алибулатов Муса. Училище Олимпийского резерва. Решен. 12-2, технически, моя победа. Выиграл. Так, дорогие друзья, весовая категория 61 килограмм. Яхья Усман Ор, Мурадов Расул Спартак. Это Мурадов Расул, Тумадинский район, селение Эчеда. Это герой Советского Союза, нашего Кадиева, этого села. Вот так, да, Ди? Да. Правильно высказал Кади Абакаров, это герой Советского Союза. Отселение чуда. Всегда Агуали проводится тоже его турнир. Ну, сейчас кто-то красного урожает штраф. Что-то Спартак атакует. Алехановский Спартак. 2-0. Еще один балл.
Дорогие друзья, весовая категория 61 килограмм, второй самый период. Скажу, вот здесь Ахеев Усман Уор, Мурадов Расул Спартак. 5-1. Впереди Усманов. Это снайдерский он делал прям. Оттолкнул, правильно? Ну, 6-1. Мне кажется, здесь уже... Слушай, Сили, ты бороться будешь? Борись давай! Предупреждение. Смотри. Это что такое? И мой фотоаппарат, и что здесь кубки, чуть ли не это. Ну, только один балл дали, дорогие друзья, за такой бросок. Аслудин предупреждает обоих. Ну, сейчас. Такое, а? Ну, ну, а ты Абакаров скажешь? Да. Поздравляем.
Фото, фото, фото на память. Так, дорогие друзья, весовая категория 61 килограмм. Награждение. Первенство училища Олимпийского резерва, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, весовая категория 65 килограмм. Магомедов Алавдин, училище Олимпийского резерва, и Гаджи Магомедов Адам, тоже училище Олимпийского резерва. Ну, с одной школе. Кто должен быть? Чистая победа должна была быть. Да, 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 да. О, как лев схватил. Вот, пожалуйста. Да, Гаджи Магомедов. Так, дорогие друзья, весовая категория 70 килограмм. Ибрагимов Амир-Ор и Гамагаев Ислам Ирбайханова. Финал. Да, Ибрахановский, он хорошо боролся. Я три схватки смотрел этого Ярослана. Один балл сыному. Балл.
Не, он хороший борец, от души борец. Ну, еще 2 балла, дорогие друзья. Так, 65, выходи сюда. Магомед Кадыров. Так, Магомедов. Так, второй период встречи, весовая категория, 70 килограмм, Ибрагимов, Амир, Вор, Ямикаев, Мирослан, школа Ирбайханов. Мирослан ведет 6-0. Олимпийского резерва Ибрагимов Амир. Два балла. Все, 2. Все. Исход встречи решен. 10-0. Выиграл Бирослан Гамакаев. Гамакаев. 65 килограмм. Короче, награждение. Дорогие друзья, весовая категория 70 килограмм, награждение. Thank you.
Так, дорогие друзья, весовая категория 74 килограмм. Вот, пожалуйста. 74 килограмм. Магомед Гаджиев. Гаджилов. Вор. И Алис. Ганов. Михаил. Школа Маханова. Категория 79 килограмм. Барагунов Абдукадир вор и Магомед Набиев Гусейн вор тоже. Ну, брат. Они долго не борются, у них 10-0. Один делает и все. Идет открытие первым, что училище Олимпийского резерва посвящено 100 лет Расула Гамзатова. Организатор администрация города Хасавюрта и заслуженный тренер России Гамзатов Аббас. Аббасов Гамзат, то есть, извините, что-то... Это последний финал. Затянуться будет. 74 килограмма. Магомед Акилов, Александр Акилов, они плохо борются, они друг друга хорошо знают. Если разных клубов, это вообще рубка будет.
перерыв. Второй перерыв встречи. Так, весовая категория 79 килограмм. Это последний финал открытого первенства училища Олимпийского резерва, который проводили администрация города Хасавюрта совместно с судьей международной категории, заслуженным тренером России Абасова Хамзата. Завершаем, дорогие друзья, в финале открытого первого училища Олимпийского резерва. Это все происходило в школе имени, нет, спорткомплекс имени Гамидова, город Хасавюрт. Очень тяжело, интромбировал. Дорогие друзья, весовая категория 74 килограмм. Весовая категория 79 килограмм. Награждение.
Турнир на призы Магомед-Расула Газимагомедова. Для этого сегодня участников немного. Но, тем не менее, схватки хорошие. Сегодня они борются по 2 минуты, старшие юноши. Так что все идет на лучшем режиме. А судейство как проходит? Судейство проходит на высшем уровне. Смело могу об этом говорить, потому что у нас задействованы все судьи. Есть и международные категории, и всероссийские категории у нас здесь. В основном с Хасавюрта и Хас района наши судьи работают, и это в качестве судейства очень хорошее. Тем более главный судья, наш великий Аббасов Хамзат Исмаилович, под его четким контролем всегда проходит все хорошо. Владимир, уже второй день идет первенство УОР по вольной борьбе. Сегодня малыши выступают. Да, сегодня, как вы сказали, проходит там молодежь боролась, сегодня юноши, первенство УОР, посвященное столетию Расула Гамзатова. Организация турнира присутствует много команд. На турнире я бы хотел сказать, что очень хорошие ребята борются, очень хороший класс показывают. И, конечно, также хотел отметить главного судьи соревнований Аббасова Гамзатова, который проведение турнира. И не хочется оставить в стороне Гусейнова Магомеда Абдукеримовича, директора ООР города Хасавюрта, который дал ребятишкам такую возможность побороться, выявить сильнейших. Сделал призовые каждый гусейн, кубки, грамоты, медали. И также хочется поблагодарить директора этого заведения, дворца спорта, имама Маханова, который также дал возможность провести в этом огромном, таком приятном, таком хорошем, таком зале эти соревнования. Также здесь обслуживает соревнования судья международной категории, мой друг Зуртанай Эмеев, имам Паша Мадиев, вот, и
судьи всероссийской категории. Поэтому у нас турнир проходит очень на высоком уровне. Также вам хочется отдельной благодарности Магомеду Чанкалаеву за то, что вы посещаете на эти турниры, посвящаете. Технические победы на Кабалибе держал Анлай Магомед. Хочется добавить, что вы тоже вносите в наш вид спорта очень огромный вклад. Спасибо, удачи вам. Уважаемые спортсмены, все, начинаем. Борьба весовой категории 55 килограммов, борьба за первое место. Уриев Омар Дарвишов Магомед Омар. О, правильно, Ибрагим, молодец. Ну, я же... Все. Сова категория 55 килограмм, да? Так, дорогие друзья, идет первенство ООР среди юношей. Пожалуйста, посвященное 100-летие Расула Гамзатова. Да, это... Победу одержал Уриев и занял первое место в весовой категории 50 килограмм. 50 килограмм, дорогие друзья, пожалуйста, мол, 50. Вот. Урсагов Парагунов. Борьба за первое место. Вес 60 килограмм. Открытое первенство ООР, посвященное 100-летию Расула Гамзатова среди юношей 2006-2007 год. Так, дорогие друзья, пришел финал. Отдай Жарбаеву, пусть наверх отдаст. На ковре финальная встреча, борьба за первое и второе место весовой категории 60 килограмм. Бурсагов Бекхан Уор, Парагунов Али Уор. Оба уорцы с одной школы олимпийского. Так что, дорогие друзья, сегодня пришлось снимать только два финала. Хотя там 6 финалов, остальные по круговому, они определились. Там. Внимание, 42 килограмма, спускайте сюда вниз, пожалуйста. 42 килограмма. Для награждения. Ну все.
Так, 42 килограмма, ребята, спускайте сюда. Чемпион и второе, третье место. Перерыв. Второй период встречи. Так, высовая категория, 60 килограмм. Вам уже их фамилия сказали. И в какой школе тоже. Училище не происходило. 1-0 ведет. Сильный. Алейкум салам, Фазыл Паша. Сот я зенич пара не дзюка. Кица гибаха дзюн, кица гибаха. Это на вжобу габ. Умру. Так, а галек, я вил кобу дирани. Пасул ханзату, сол габ. Пасул шони, шизу. Сон хагима, да хагибо сан интерву. Так, а гвач, мискол гу, ручен не бузи. Оператор, батальон. Бурсаков, победу одержал, красный. Так, фото, подожди, я не снимал. 48 килограмм, дорогие друзья. Награждать будет лучший судья наш. Абдуллай Алим, лучший судья. Это. Дорогие друзья,
Нохче. Ибрагим. Имею Зурганай, дорогие друзья. Лучше сюда. Весовая категория 51 килограммов. Вот, пожалуйста. И Абдулан Рулаев триумфует. Второе место Магомед Найбишев, Уров Асылев. И лучшим стал Магомед Саидулиев, Уров Асылев. She sat down and said, Всем спасибо, что смотрели. Ребята.